Этот форум мы планировали провести еще месяц назад, в апреле. И так как мы хотели на этот диалог пригласить не только всех политических и общественных деятелей и лидеров гражданского общества, экспертов, СМИ и международной организации, но и обеспечить для реального диалога участие государственной власти, мы приглашали спикера парламента, премьер-министра, аппарат президента. И мы вели с ними переговоры со всеми. Более того, мы шли навстречу по всем пожеланиям, как по программе, так и по формату, по датам форума. Из-за этого мы вынуждены были передвигать даты. Тем не менее, нам жаль признать, что эти переговоры не привели к хорошему результату. И несколько дней назад мы начали понимать, что ни аппарат президента, представители, депутаты правящей партии участвовать в нашем форуме не собираются. Буквально вчера премьер-министр, который соглашался и должен был сегодня выступить с докладом, отказался от участия. Значит, лидеры некоторых фракций, с которыми мы вели большие переговоры, которые подтверждали свое участие, тем не менее под разными предлогами также отказались сегодня и не смогли участвовать. И очень, нам это очень жаль. Тем не менее мы видим, что этот форум, он очень значим, и мы видим здесь видных политических деятелей, общественных деятелей, лидеров гражданского общества. Мы надеемся, что сегодняшний диалог будет очень актуальным и очень интересным. Можем ли мы рассматривать эту возможность для того, чтобы продолжить этот диалог, сегодняшний диалог, потому что мы пригласили вас для того, чтобы обсудить с вами очень важные вопросы. В этом году в нашей стране будет историческое событие, беспрецедентное по значению, потому что впервые будет осуществлена мирная смена президента путем проведения своевременных президентских выборов. И от нас, от всех зависит, сможем ли мы выдержать такой нелегкий экзамен и не скатиться в прошлое и в бесконечный бег по кругу. Сможем ли мы разорвать тот порочный круг, когда попытки узурпировать или авторизировать власть будут бесконечными, или мы все-таки покажем всему миру, продемонстрируем нашу зрелость, и что за 25 лет наша страна не зря называлась островком демократии.